Вот перед нашим государством сейчас стал лозунг «меняйся или умри». О, какие сложные вопросы. Это мой призыв блогерам. Я не знаю, передайте им, чтобы они услышали и своим хозяевам сказали, слушайте, ну бессмысленно зализывать жопу Порошенко, Тимошенко, Ахметову. Это все уже не работает, это все приводит в тупик. Сейчас сами владельцы Ботаферм должны быть ответственными людьми и ставить общую цель, общую. Мы не знаем, где они встретятся, на какой заваленке, что они, как они договорятся. Но они должны поставить одну идею, две. Это первое, это убрать лишнюю структуру из государства вместе с его комарилей, переназначить фактически. И вторая, это дать мотивацию людям жить в самой лучшей стране.